1, 2, 3, 4! Ну, этот год вообще для ЦСКА получился удачным. Помимо баскетбольного у нас есть еще и хоккейный. Поэтому, конечно, гордость и все эмоции, они уже просто прекрасны. Такой праздник нам предоставила наша любимая баскетбольная команда, ее тренер и состав. Смотрел его по телевизору, на самом деле было очень эмоционально. Была часть сожаления, что не получилось все-таки приехать на игру, смотреть ее вживую, но просто эмоции переполняли. Ребята со мной болели, просто это непередаваемое ощущение на самом деле. Вы знаете, на самом деле все завоеванные трофеи, когда они перемещаются из клуба в клуб, будь то хоккейный, будь то футбольный, баскетбольный, это на самом деле очень здорово и очень мотивирует команды, которые, да, не относятся к тому или иному виду спорта. Это тоже здорово. Сегодня вручал небольшой приз, такую памятную тарелку, там было написано 600-й матч Игоря Конфеева, очень приятно за него и желаем провести не одну сотню матчей за родной клуб ЦСКА. Да, в перерыве нас... В перерыве мы вышли к болельщикам, нас чествовали болельщики, мы показали им кубок. Поблагодарили большое, спасибо сказали за поддержку. Сейчас такое приятное послевкусие, конечно же, приятно, когда тебя и выделяют, и чествуют, и все поздравляют. Поэтому как бы от этого, в принципе, не устаешь, наоборот, только прибавляет каких-то позитивных эмоций, это приятно. Хёрдер, да, забил, я ему после игры сейчас передам свою майку с финала 4. Возможно, она ему дала дополнительный стимул, и он порадовал всех болельщиков, и меня в том числе, своим голом. Yeah, I mean the fans always great. They cheer for us, and it's exciting to go out there and see all these people. And today is a good day. We're winning 4-0. I think CSKA had a solid season. They qualify for Europe, I think, Europa League. So it's good, and you know we're truly happy and honored to be here today. Yeah, Abel played in Palermo, in Parma, played. In other teams in Italy, and we connected a few times. We see each other when I was playing in Milano, and we are good friends. So I wish him good luck and introduce him to my daughter. It was good. He's a great kid. Where is Akin Fear? Where's the captain? Here. Come on, Cup! Come on! Hey, you play and do